Эвакуатор Том. Привет, Кэрри. Чем занимаешься? Ты везешь конфеты на детскую площадку. Здорово! Привет, Гарри. Чем ты занят сегодня? Ты собираешь мусор? Это прекрасно, Гарри. Очень важно сохранять автомобильный город в чистоте. Но что случилось, Гарри? Ты не можешь сдвинуть свои колеса? Они застряли. Из-за чего? Жевательная резинка? О, нет. Эй, Кэрри, остановись. Похоже, у нас проблема. Там на дороге повсюду жевательная резинка. Не волнуйся, Кэрри. Я позову эвакуатора Тома. Том! Эй, Том! Конфетная машина Кэрри и мусоровоз Гарри в беде. Ты можешь им помочь? Они недалеко от детской площадки. Ребята, привет! А вот и Том. Откуда же взялась эта жевательная резинка, Том? У Кэрри течь в резервуаре для жевательной резинки? Стоит побыстрее ее залатать, пока на дороге не появилось еще больше пятен с жвачкой. Клейкая лента. Отличная идея. Она закроет дыру на время. Теперь нужно отвезти Кэрри в гараж, Том. Нет? Почему нет? Ты прав, Том. Нам нужно очистить дорогу от жевательной резинки и помочь Гарри сдвинуться с места. Ты знаешь, кто бы нам мог помочь? Фрэнк! Эй, Фрэнк! Эвакуатору Тому нужна твоя помощь. Ты можешь побыстрее приехать. Он недалеко от детской площадки. Сюда. Привет всем. А вот и Фрэнк. Фрэнк, ты не мог бы очистить дорогу с помощью своего бронспойта? Молодец, Фрэнк. До встречи. А теперь давайте отвезем Гарри подальше от этой липкой жевательной резинки. Замечательно! А теперь Гарри пора снова браться за работу. Пока, Гарри! Давайте теперь отвезем Кэрри в гараж. Как же нам починить течь, Том? Сварочный аппарат. Прекрасная идея. Это и все, что нам нужно? Защитная маска. Ну, конечно. Давайте хорошенько заварим дыру, чтобы жевательная резинка больше не выливалась на дорогу. Превосходно! Может быть, нужно еще что-то починить у Кэрри, Том? Что в контейнере, Том? Жвачка. Отличная идея. Это поможет Кэрри сделать еще больше жевательной резинки. Давайте заполним резервуар Кэрри жевательной резинкой.
Ты чувствуешь себя лучше, Кэрри? Может быть, нужно еще чем-то помочь Кэрри, Том? Точно! Давай очистим всю эту липкую жевательную резинку. Губка. Отлично! Давай уберем всю жевательную резинку отсюда. Молодец, Том! Кэрри выглядит как новенькая. Теперь она готова ехать обратно по делам. Что это? Конфета? Думаю, Кэрри говорит тебе спасибо, Том. Пока, Кэрри. Увидимся, Том. До новых встреч. Автопатруль. Привет, ребята! Какой чудесный день для поездки на пляж! Ух ты, Бобби! Это великолепно! Эй, Гектор тоже здесь! Привет, Гектор! Ты прилетел посмотреть на представление? Ого, он собирается еще раз прыгнуть! Только взгляните на него! Ой-ой, Бобби застрял! Не волнуйся, Бобби, мы тебя вытащим! Хорошая мысль! Тебе стоит полететь за остальными членами автопатруля! Поторопись, Гектор. Эй, ребята! Бобби попал в аварию. Он застрял в камнях. Вы не могли бы ему помочь? Отлично! Вперед! Поторопитесь. Друзья, не волнуйтесь. Автопатруль быстро решит эту проблему. Твой бронзбойт очень мощный, Фрэнк. Это должно сработать. О, нет. Это была хорошая попытка, но Бобби все еще там. Что теперь делать? Отличная идея. Нужно убрать один из этих камней, и Бобби сможет освободиться. Гектор, ты можешь использовать свой крюк? Это кажется сложным. Не волнуйся, Гектор. Сделай еще одну попытку. Превосходно! У тебя получилось! Теперь тяни его, что есть силы.
Получается, Гектор! Камень сдвигается! О, и Мэтт тебе помогает! Не волнуйся, Бобби, скоро тебя освободят! Хорошо, с помощью Фрэнка у вас точно получится сдвинуть этот камень! Ты готов, Фрэнк? У тебя получается! Ух ты, невероятно! Молодцы, автомобильный патруль! У вас получилось! Вы спасли Бобби! До свидания, друзья! До новых встреч! Здравствуйте, ребята! Бобби поранился, и теперь у него в боку брешь. Можете помочь? Они с Генри на озере. Приезжайте поскорей. Поторопитесь, ребята! Как хорошо, что вы приехали, автомобильный патруль! Что же нам делать? Хорошая мысль, Мэтт. Если мы не вытащим Бобби на берег, он утонет. Гектор, Фрэнк, вы можете вытащить Бобби на берег? Бобби, постарайся ухватиться за веревку Гектора. Не переживай, просто попробуй еще раз. Вот так, у тебя получилось. Держи крепко. Фрэнк сейчас использует свою суперсилу и вытащит тебя на берег. У тебя получается, Фрэнк. О, нет! Не волнуйся, Гектор спустит веревку еще раз. Еще один разок, Гектор. Невероятно! Отличная работа, ребята! Давайте же! Вот так, еще немного! У тебя получилось! Ты прав, Мэтт. Нам нужно отвезти Бобби в город и починить. Как хорошо, что теперь он в безопасности. Превосходная работа, друзья! До свидания! До новых встреч!
Малярная мастерская Тома. Привет, Том! Чем сегодня будешь заниматься? О, привет, Бобби! Похоже, ты не прочь освежить свой облик. Ты хочешь стать пиратом? Ух ты! Думаю, это непростая задача для тебя, Том. Сначала перекрасим Бобби. Что тебе понадобится, Том? Ну, конечно, аэрозольная краска. Ого! Бобби, ты выглядишь так, словно сделан из дерева. Так, что дальше? Превосходно! Мы ничего не забыли, Том? Потрясающе, Том! Просто невероятно! Наклейки! Что это за наклейки, Том? Это пушки, ну конечно, как здорово! Давай-ка поедем на улицу, Бобби. Кое-что мы сделаем на улице. Эй, Том, чего же ты ждешь? Тягач Фанни должна привезти тебе оборудование. Привет, Фанни. Том уже заждался тебя. Кажется, ты сильно загружена. Спасибо тебе, Фанни. До встречи. Давай разберем новые детали. Кормовая палуба! Прекрасно! Бушприт! Идеально! И, наконец, мачта! У нас есть все детали, Том? Мы ничего не забыли? Ну, конечно, парус! Давай повесим его на мачту! Пиратский флаг! Потрясающе! Бобби, я с трудом узнаю тебя! Это все, Том? Последний штрих? Но какой же, Том? Покажи нам! Пиратский корабль! Это просто невероятно! Том, такой талантливый художник! До свидания, друзья! До новых встреч! Малярная мастерская Тома. Поезд Трой сегодня в отличном настроении. Эй, Трой, ты почему такой счастливый? Ты только что был на побережье. Здорово, а куда ты направляешься сейчас? Ух ты, какой чудесный день. Сначала ты был на пляже, а теперь Том приедет к тебе со своими красками. Счастливчик.
Та-та-та-та-та. О? Приветик, Том. Ты выбираешь краски для преображения Троя? Ты еще не знаешь, в кого его превратить? Может быть, ты превратишь его в морское существо? Он ведь только что вернулся с пляжа. Том, ты уверен, что это тебе нужно? Да, это подойдет. Хорошая идея. Ты сможешь нарисовать детали, если возьмешь и черную краску тоже. Может быть, стоит взять и большую, и маленькую кисточки, на всякий случай. Отлично. Это все? Ну, конечно, твой секретный чемоданчик. А что же там внутри? Плавники! Ты превратишь Троя в акулу? Том собирается превратить тебя в акулу, Трой. Смотри, у него есть даже акулий нос. Тому нужно развернуть тебя на платформе, чтобы он смог покрасить тебя в основной цвет. Ты можешь уже открывать глаза, Трой. Следующий цвет только для твоего живота. А теперь немного деталей. Это, Том? Ах, это же жабры! С их помощью акулы и другие рыбы дышат под водой. Трой, ты знал это? А теперь Том собирается придать тебе особенный вид. Выглядишь потрясающе, Трой, но чего-то все еще не хватает. Том прав, тебе нужны акульи плавники. Т,
Так-то лучше. Выглядишь просто невероятно, Трой. Я уверен, тебе не терпится поехать и всем показать свой новый внешний вид. Том, Трой собирается вернуться на пляж. Не хочешь поехать вместе с ним? Вам, ребята, нужны солнечные очки. Прекрасного вам дня, друзья! Не перегрейтесь! До новых встреч! Том, ты придумал кое-что действительно особенное. Будет интересно посмотреть, как ты сделаешь чешую русалки. Выглядит превосходно, Том. А что в коробке, Том? Немного ракушек? Синди, ты будешь действительно очень красивой русалкой. Какая красота, Том! Ну, конечно, и хвост русалки у тебя тоже будет! Ах, какое превращение! Тебе стоит поехать обратно на пляж и показать себя. Спасибо тебе, Том. До новых встреч! Синди, тебе стоит искупаться. Выглядишь замечательно, Синди. Веселись!
поезд по имени Трой. Ой-ой-ой, Трой, землетрясение! Давай проверим, все ли в безопасности, Трой. О, нет. Давай посмотрим, нужна ли помощь строительной бригаде. Ребята, у вас хватает материалов, чтобы закончить ремонт моста? У них есть материалы, которые нужны Чарли. Но он остался на другой стороне. И он не может пересечь реку, потому что мост сломан. Это замечательная идея, Трой. Нужно отправиться на склад в автомобильном городе и найти новый транспорт, который сможет пересечь реку. Не волнуйтесь, ребята, мы скоро вернемся. Хорошо, пора познакомиться с новым другом. Какое транспортное средство сможет пересечь реку без моста? Автовоз, трактор, лодка. Точно! Лодка сможет взять все материалы и перевести их Чарли на другую сторону реки. Вот так, почти погрузили. Давай вернемся к реке и построим лодку. Давай соберем нового друга. Сначала выгрузим все детали. Нужно собрать ее на берегу. Прекрасно! Почти готово! Привет, лодка! Как тебя зовут? Бобби? Чудесно! Добро пожаловать в автомобильный город, Бобби! Трой, Бобби умеет передвигаться по воде. Бобби, у нас для тебя важное задание. Ты можешь перевести материалы к Чарли через реку? Эдгар, ты можешь взять и переложить материалы Бобби? Отличная работа! Порядок! Так, Чарли, теперь ты можешь починить мост.
великолепно справились, ребята! Трой, это была замечательная идея привести сюда Бобби. Бригада не смогла бы починить мост без него. Еще увидимся, Бобби. До свидания, друзья. До новых встреч. Поезд по имени Трой. Привет, Тина. Привезла Тедди посылку с планшетами. Нет, Тина. Что же теперь делать? Давай посмотрим, может быть, Трой нам поможет. Привет, Трой. Тине нужна помощь. Она везла планшеты для Тедди, но посылка упала в озеро. Отличная идея, Трой. Давай поедем к Тедди и узнаем, сможет ли он нам помочь. Привет, Тедди. Тина ехала к тебе с планшетами и случайно уронила их в озеро. Ты не мог бы трансформировать Троя, чтобы он смог достать их? Здорово, приступим. Ух ты! Это винты, чтобы двигаться под водой. Это баллон с кислородом, чтобы ты мог дышать под водой, Трой. И маска, чтобы видеть. Вот еще некоторые инструменты, чтобы ты мог двигаться под водой и определять, где ты находишься, Трой. И еще ковш, чтобы ты смог поднять планшеты. А это интересно. Зачем тебе детектор? Тедди говорит, ты поймешь, что с ним делать, когда придет время, Трой. Ух ты! Тедди превратил тебя в настоящий подводный поезд. Теперь ты готов погрузиться в озеро. Еще увидимся, Тедди. А вот и Тина, уже заждалась тебя. Прекрасно, ты можешь теперь опуститься под воду. Удачи, Трой!
Ты что-нибудь видишь, Трой? О, нет! Ты чихнул и потерял маску! Ты же ничего не увидишь без маски, Трой! Что теперь делать? Ну, конечно! Детектор объектов! Превосходно! Теперь ты снова можешь видеть! А вот и планшеты Тины. Молодчина, Трой. Пока, Тина. До встречи, Трой. Скоро увидимся, друзья. До скорого, Тедди. Спасибо тебе за помощь. Супергрузовик. Бррр, на улице так холодно, не правда ли, Бобби? Я не знаю, безопасно ли по такой погоде быть на воде. О, нет, Бобби, на реке очень много льда. Это айсберги. Здесь, похоже, очень узко. Ты уверен, что сможешь пройти тут? Осторожно! О, нет, Бобби, ты поранился. Ты в порядке, Бобби? Держись, Бобби! Смотри, вон там Сэм. Сэм, Бобби нужна помощь. Он застрял между двух айсбергов. Ты не мог бы позвать супергрузовика на помощь? Эй, Карл, с Бобби приключилась беда. Он застрял во льдах. Ты можешь помочь ему? Какое транспортное средство ты будешь трансформироваться, Карл? Ух ты! Ты теперь ледокол, супергрузовик! Вперед! Держись, Бобби! Супергрузовик уже здесь. Он двигается очень быстро и разбивает весь лед на маленькие кусочки.
Вот буксирный трос, Бобби. Хватайся за него. Сэм, ты можешь поехать за Томом? Нам нужно отвезти Бобби в гараж. А вот и Том, Бобби. Он позаботится о тебе. Молодец, супергрузовик. Ты просто чудо. Ну что ж, я думаю, тебе пора, супергрузовик. Спасибо за то, что спас Бобби и разбил весь лед на реке. Теперь она безопасна для всех лодок. До свидания, друзья. Супергрузовик! Привет, Кэрри! Чем занимаешься? Делаешь торты для жителей города? Как здорово! Ого, как много тортов! О, нет, что случилось? Так много тортов, что ты едва ли сможешь их доставить сама. Может, кто-нибудь сможет тебе помочь? Ты знаешь, что делать? Отличная идея! Супергрузовик все сможет! О! Смотри, Карл, фейерверк! Кому-то нужна твоя помощь! Ого, Карл, ты теперь грузовик-велосипед! Ты готов, супергрузовик? Тогда поехали! Ух ты, детишкам это понравится! Он приехал, Кэрри! Mm-hmm.
Отличная работа, супергрузовик! Что случилось? Ой-ой-ой, торты слишком тяжелые! О чем ты думаешь? Ты прав, ты сможешь доставить половину всех тортов, а Кэрри сможет доставить вторую половину. Все в порядке, вы готовы отправиться в путь. В чем дело, Кэрри? Ох-ох, ты права. Все равно не хватит времени, чтобы доставить торты к каждому дому. Точно! Встречай всех на детской площадке. Эй, Том, Лилли, Мэтт, Стив, поезжайте-ка на детскую площадку. Кэрри испекла вам торты. Все здесь. Время для угощения. Действительно, куда же делся супергрузовик? До свидания, друзья. До новых встреч. Супергрузовик. Привет, Том. Привет, Джерри. Ух ты, как много здесь новых капотов. Их все нужно будет установить на эти машины, Том. Похоже, здесь есть работа для супергрузовика. Не помешала бы твоя помощь, Карл. Ему нужно приварить капоты к новым машинам для автошоу, которое организует Джерри. Он не сможет все сделать в одиночку. Это задание для супергрузовика. Кого будешь трансформироваться, Карл? Невероятно, супергрузовик! Какой большой сварочный аппарат! Ух ты! Ты удвоил мощность! Ты очень быстро все сделаешь! Поехали! Смотрите, ребята, супергрузовик приехал помочь. Как же здорово, не правда ли? Все верно, Том. Безопасность прежде всего. Тебе нужны защитные очки, супергрузовик.
Хорошая идея. Ставь машины в два ряда, чтобы супергрузовик смог приваривать сразу по два капота. Ух ты, так действительно очень быстро. Не дурачься, Джерри. И вот все машины готовы к автошоу. И все благодаря тебе, супергрузовик. Том и Джерри очень благодарны тебе за помощь. До новых встреч, друзья! Супергрузовик! Привет, Харви! Ух ты, сегодня так жарко, да? Чем ты занимаешься? Сажаешь цветы для жителей автомобильного города? Как мило! Что случилось? Твои цветы погибают от такой жары! О, нет! Что же нам делать? Позовем супергрузовика? Отличная идея! Но кто тогда присмотрит за цветами? Гляди, там Гектор! Может быть, он сможет позвать супергрузовика? Прекрасно! Вперед! Эй, Карл! Комбайну Харви нужна помощь. На улице так жарко, что все его цветы засыхают. Ты можешь поскорее приехать? Можешь? Отлично! Этот? Нет? Хорошо, давай еще посмотрим. Ух ты! Ты выглядишь потрясающе, Карл! А что в этой коробке? Это секрет? Хорошо, Карл, жду не дождусь узнать, что же там.
Выглядишь отлично, супергрузовик. Отправляемся спасать цветы. Эй, Харви! Супергрузовик приехал. Только взгляни на все эти завядшие цветы. Нам нужно поскорее их спасать. С чего начнем? Польем их? Прекрасно. Давай сделаем это. Вот это да! Это было невероятно, супергрузовик. Но что дальше? Подкормим растения удобрениями. Это все, супергрузовик? Нет. Ладно, что же ты еще придумал? Еще цветы! Потрясающая идея, супергрузовик! Ух ты! Выглядит превосходно! Харви, ты доволен? Спасибо тебе большое, супергрузовик! До новых встреч, друзья! Джерри и Марли, кажется, кого-то высматривают. Ого! Откуда взялась Кэти? С моста? Кажется, теперь очередь Джерри. Ого, вот как они это делают. Это должно быть несложно для тебя, Марли. Невероятно! Он перепрыгнул прямо через них. Ой-ой, что это было? О нет, Марли, только взгляни на себя. Тебе срочно нужно помыться. Тебе все равно, что ты такой грязный? Что ж, кажется, тебе в любом случае не помешает помощь Тома. А заодно и заедешь на его автомойку. Привет, Том. У Марли проблема. Ты не мог бы подъехать к мосту? Расслабься, Марли. Том вот-вот приедет. Спасибо, что приехал, Том. Увидимся на автомойке, Марли. Вне зависимости от того, нравится тебе это или нет. Тому нужно снять эти водоросли, чтобы ты снова смог ездить. Но сначала тебя нужно обмыть, Марли. Что-то не так? Ты лучше бы ездил по холмам. Тогда тебе это понравится даже больше, чем ты думаешь. Вперед!
вперед! Это водяная горка! Ну что, весело было? Я же тебе говорил, а теперь Тому пора снять с тебя эти водоросли. Эй, Том, приступаешь? Угу. Похоже, отлично получается. Ну, как все идет, Том? Водоросли убрали, но он все еще покрыт илом. Прости, Марли, но тебе придется искупаться перед тем, как уехать отсюда. Стой здесь, а Том пока все приготовит. Как расслабляюще. Пора привести сюда Марли. Хо-хо, вот он, самый несчастный монстр-трак в мире. Начнем. Эй, а он улыбается. Кажется, ему все-таки понравилось принимать ванну. Ну что ж, наслаждайся. На тебе было очень-очень много ила. Ты хотел бы еще остаться в ванной? Прости, но у Тома есть клиент после тебя. Может быть, сушильная машина тебя взбодрит перед тем, как уедешь обратно? Том говорит, что теперь ты можешь вернуться к своим друзьям и показать им еще больше трюков. Для первого раза неплохо. Кто бы мог подумать, что из всех машин именно тебе, Марли, понравится быть чистым? Молодец, Том! Ты не только помыл Марли, но и сделал так, что ему понравился сам процесс. До встречи, друзья! Строительная бригада. О, приветик! Чем мы можем тебе помочь? Хорошо. Чарли, Игорь, Эдгар. Малышу Фрэнку и его друзьям нужна помощь. Вы хотите узнать свое новое задание? Отлично! И что же мы сегодня будем строить? Ух ты! Колесо обозрения для детской площадки! Как здорово! Строительная бригада, у вас есть задание? Вперед, друзья! Это будет сложно, но интересно, ребята. Вам нужно будет работать в команде, чтобы все получилось. Ну что же, ребята, вот что нам нужно сделать, чтобы выполнить это задание. Шаг первый – присоединить два внешних колеса к оси. Шаг второй – присоединить столбы с каждой стороны колеса. Шаг третий – установить кабинки. Ух ты, как много строительных материалов! Давайте-ка начнем! Хорошо, давайте соберем все, что нам нужно, и отвезем на место строительства. Сначала нам нужно выкопать квадратную яму для основания. Кто же сможет это сделать? Отлично! Так, теперь нам нужно заполнить яму цементом. Упс, мы забыли перемешать цемент. Ну ничего страшного, давайте позовем бетономешалку Кристофера.
Эй, Кристофер, строительной бригаде нужна твоя помощь. Ты можешь приехать на детскую площадку и замесить немного цемента? О, отлично, ты приехал. Нам нужно заполнить это углубление цементом. Ты можешь это сделать для нас? Разворачивайся и заполняй яму. Ребята, скорее разравнивайте цемент, пока он не застыл. Фух, успели. Ну а теперь, пока цемент сохнет, давайте-ка соберем колесо. Сначала вам нужно присоединить колеса к оси. Вот так. Молодцы, ребята. Теперь не забудьте прикрутить их друг к другу. Колесо обозрения выглядит просто потрясающе, друзья. Теперь давайте установим его на основание. Ай-яй-яй, Эдгар недостаточно высокий для этой работы. Чарли, может быть, ты попробуешь? Ух ты, у вас отлично получается! Быстрее прикручивайте колесо к основанию. Колесо обозрения готово. Выглядит потрясающе, строительная бригада. Хоу, вы как раз вовремя. Ребята почти закончили строить колесо обозрения. Хотите посмотреть, как Чарли, Игорь и Эдгар присоединяют кабинки? Хорошо. Игорь, подвози их к колесу, а Эдгар будет их присоединять. Молодцы, ребята! Ну что же, вам нравится новое колесо обозрения? Прекрасно, мы очень рады! Отличная работа, друзья! Видите, вы можете сделать любую работу, если трудитесь сообща. Спасибо большое за твою помощь, Кристофер. До новых встреч, ребята!